Каким будет он? Первый кинофестиваль «Зеркало» без своего вдохновителя Михаила Меня. Оргкомитет обсудил подготовку к самому крупному культурному событию региона. Восьмое по счету «Зеркало» открывается 10 июня в Плесе на Соборной горе. Лейтмотив этого кинофестиваля – «Женщина в кинематографе». А потому в жюри только представительницы прекрасного пола во главе с французской актрисой Фанни Ардан. Особенно к «Зеркалу» готовятся уже традиционно три города – Иваново, Плес и родина режиссера Андрея Тарковского – Юрьевец. В день открытия в Плес и обратно будут ездить специальные автобусы, которые доставят к месту мероприятия всех желающих. Фильмы из программы фестиваля можно будет посмотреть в Кинешме, Шуе, Родниках, Юрьевце, Плесе и, конечно, в областном центре. Основные показы будут организованы в Иванове, это киноцентр «Лодз». Здесь будет программа «Зеркало». Также российское кино «Свои», программа короткометражного кино «Начало», «Тарковский контекст». ВАЗ-113 тоже для жителей и гостей будут предоставлены показы. Это анимационное кино, видео-арт и планируется ретроспектива фильмов Фанни Ардан. Особое место и займет также Плес. На Дебаркадере будет кинопрограмма «Эйфория» в Левитановском культурном центре, творческие встречи и поэтическая программа.